Знаете, вот в этом мире все, что сделано, это сделано благодаря вам. Потому что мужчины все, что делают, они делают ради любви, а любовь дарите вы. Я хочу пожелать в преддверии праздника, в преддверии такого хорошего, знаменательного праздника, международного 8 марта, пожелать вам всем, дарите добро и любовь вашим мужчинам, и они ради вас свернут в горы. С наступающим вас праздником! Бесспорные глаза так о много мне хотят сказать. Каждый раз не перестаешь удивляться, восхищаться, сколько вас милых, прекрасных работает на нашем комбинате. Вы вкладываете свою душу на производстве, вы занимаетесь общественной деятельностью, а дома вы дарите свое тепло. Я хочу пожелать вам быть всегда прекрасными, веселыми, улыбающимися, чтобы у вас в сердце всегда была весна и царила любовь. С праздником! С праздником вас, дорогие наши женщины!